Чисто, супер, чисто горы! С таким хорошим настроением съемочную группу встретили участники ежегодной экологической акции «Чисто Собер, чисто горы». Организаторами выступили участники Северского местного отделения Русского географического общества. Присоединились к акции волонтеры и активисты. С приветственным словом к участникам обратился глава района Андрей Дорошевский. Много приезжает сюда в горы, в лес людей. И не все, к большому сожалению, за собой убирают мусор. Поэтому покажем сегодня своим примером, как надо наводить порядок. Добровольцев разделили на группы. У каждой был свой участок уборки мусора. Маршрут проходил от подножия горы Собербаш до самой вершины, а также вдоль устья реки Убин. Из года в год акция привлекает не только неравнодушных жителей района, но и общественные организации, органы власти, образовательные учреждения и предприятия. В этом году мероприятие собрало около 200 добровольцев. Мы собрались здесь традиционно, уже с 2016 года проходит экологическая акция «Чисто Собер, чисто горы». Сегодня собралось после пандемии очень много людей. Большинство людей приехало с других районов и других станиц. Очень приятно видеть сегодня детей, потому что дети – это наше будущее. Благодаря командной работе активисты убрали более 10 километров местности и собрали 350 мешков мусора. Кстати, мусор во время уборки сортировали по ресурсности. Пластик и стекло отправили на дальнейшую переработку, а мусор – на утилизацию. Цель акции – не только очистить территорию от мусора, но и привлечь внимание людей к проблемам экологии.